пока. Всех привлек. Все. Ну, нам было как-то, ребят, интересно начать, понимаете? Я вот в понедельник, в день тяжелый, второй стрим, хотел сесть в кресле, спокойненько расслабиться. Если бы не мировая общественность, которая не поймет меня, потому что наконец-то, Олег, я сейчас приду к тебе. Давай. Наконец-то вы пришли. Наконец-то мировой бренд Electrolux посетил наш крупнейший интернет-магазин, интернет-платформу Озон. Олег, я хочу выразить вам свои опасения, потому что все крупные мировые бренды, которые находятся в топе, там пятерка, да, уже были, уже представили. Я все думаю, Electrolux, наверное, боится. Нет, наверное, он боится выйти на аудиторию нашу российскую и ответить на самые актуальные вопросы. Ответим за все. Точно? Уверен. Ребята, это же Electrolux, действительно. Компания, кстати говоря, когда в прошлом году, когда вас поздравить с юбилеем-то можно было? В прошлом году. В прошлом году. Исполнилось, друзья, 100 лет. Сто лет исполнилось компании Electrolux. И вот сегодня на Озоне отвечать за всю эту знаменитую шведскую компанию, шведскую фирму, будет как раз Олег Туркин, являющийся бренд-шефом компании Electrolux, много лет уже вместе с ними. Реально творит настоящие чудеса. Сегодня поделится и лайфхаками, как в домашних условиях приготовить, ну, наверное, ресторанные блюда, да, и сделать это просто и качественно. Вот, и еще, конечно, поговорим о самой технике Electrolux, потому что, поправь меня, если я не прав, вы очень часто находитесь в топе, предлагая что-то новое, и потом уже другие бренды забирают это самое интересное и уже делают как бы альтернативу. На мой взгляд, мы самая технологичная компания, которая предлагает лучшие новинки на рынке бытового оборудования. Ну, еще бы ты по-другому говорил. Да. Олег, ну, сейчас выясним, какие новинки действительно. Но, мало того, хотим сегодня раскрыть секрет. Значит, если что, берите листочек с ручкой и записывайте. Потому что только произнеси, что мы сегодня будем готовить. Друзья, мы сегодня делаем бранч, в который будет входить круассан так. С яйцом пашот, так. Авокадо и голландским соусом. То есть этот бранч вы можете спокойно приготовить у себя дома на кухне. А мы с Андреем покажем, как это делать просто. И технологично, главное. Не, ну вы представляете, да? Голландский соус. Я даже не знаю, что это такое, да? То есть, а что, это популярный соус Голландии или что? Почему голландский? Ну, так называется, да, был придуман в Голландии. Ну, голландез, вообще называется голландез. Ну, угу. Просто называется голландский. Слушай, ну правильно я понимаю, что у компании Electrolux достаточно широкая линейка производства, да? Они охватывают, ну, почти все необходимости человека там на кухне, в доме и вообще, да? Но сегодня мы все-таки сузим разговор, вот о каких именно категориях, которые помогают нам в жизни, поговорим. Мы сегодня поговорим о двух категориях. Это варочные индукционные поверхности и духовые шкафы с паром. И опять же расскажем, какие у них есть преимущества и какие есть преимущества у духовых шкафах с паром, так как это новые технологии, которые пришли к нам откуда, Андрей? Из профессиональной техники. Вот видите? А я вопросы читаю, он поймал меня сразу. Вот профик. Так, значит, а я думала, что голландец очень сложно готовить, буду смотреть. Ну, написал, почему нет. Вот так. Серьезно? Вообще, ты тоже научишься. Я тоже научусь. Хорошо, ну, давай тогда так. Все-таки начнем готовить. Давай немножко я тебя спрошу, да? Все-таки мы сначала будем на варочной поверхности готовить, наверное, нет, да? Сначала, или как? Первым делом надо разогреть духовку. Разогреть духовку? Да, налить туда воду. Подожди, воды. Зачем? Ну как, у нас же духовка с паром. Так, подожди, вот с этого места поподробнее. Так, ребят, у нас духовка с паром. То есть мы пароварку какую-то создаем. Или же нет? Или это другой принцип? Что это? У нас большой модельный ряд духовок с паром. Так. Сегодня мы покажем духовку с паром, называется Steam Bake. И этот пар нужен именно для хлеба. Для хлеба, для выпечки. И сегодня мы с помощью этой функции приготовим круассаны. Пышные, надутые такие, взрывные. Обалдеть. То есть в духовке есть функция... Слушай, давно вообще появилась эта вот такая функция? 2 года назад. 2-3 года. А, то есть это прям вот топ-топ новинка, да, сейчас. И более того, эта функция перешла к нам из профессиональной техники. Если ты знаешь, что Electrolux выпускает еще профессиональную технику. Да. И 50% мишленовских ресторанов по всему миру оснащены именно оборудованием Electrolux. Вот и оттуда мы взяли самое лучшее. И добавили их в бытовые духовки. Ну вот это бытовые духовки, которые мы сможем приобрести, которые каждый может пользоваться, да, у себя дома. Безусловно, да. Угу. Ну давай посмотрим тогда. Да. Вообще на духовку, как ее включать, ты как раз сейчас все расскажешь, покажешь. Значит, как называется, Steam Bake, ты сказал? Да, это называется Steam Bake. Так, что мы видим? Давай я так сразу посмотрю. Ну, корпус, я так понимаю, что у нас, кстати говоря, ребят, все, о чем мы будем сегодня говорить, вот это, 12 товаров, да, вся информация. Тут есть разные дизайны, да, я так понимаю, разные и разные... дизайны, да. И несколько разных... А комплектации... Комплектации, они практически все одинаковые. Есть по духовке с термощупом и без него. Слушай, по 20% скидка сейчас?
Ничего себе. Это скидка час во время стрима и час после. И больше бы нет. Шефу петли... А что, не работает, ребята, Александр Белоногов? Шефу-то петличку не могли повесить? Говорят, тебя плохо слышно. Плохо так, ну-ка напишите, ребят, плохо ли слышно или хорошо, потому что петличка висит. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну хорошо, значит, у нас... А где служба? Почему ничего не нарисовано, все не есть, показано? Просто разные духовки с разным дизайном. Угу. Здесь у нас все функции находятся именно на ручке. Здесь мы все их переключаем. И быстрый нагрев есть. И угу. Вот как раз на приготовление конвекции с паром. И режим пицца. Традиционный верхний и нижний нагрев, которым все пользуются. Да, и да. Опять же, нижний нагрев, разморозка, деликатное приготовление, гриль и турбогриль. И еще есть в этой духовке у нас функция периодической очистки. Вот периодическая очистка, что такое? Да, это для того, чтобы духовка нагревается на температуру выше 350 градусов. Угу. И если на ней есть какие-то остатки жира, капель или что-то еще, с чего оно просто облетает. Потому что это все прогорает, и достаточно будет просто протереть салфеткой. Но опять же, это относится к этой духовке. Ну, понятно, да. Конкретно к этой. Да, есть духовки с такими же функциями, но без периодической. А можешь сказать, вот эта духовка, это вот что здесь вот? Это вот духовка. Чтобы мы сразу понимали, о которой говорим, чтобы можно было почитать о ней, если кто-то что-то забудет. Я тут ее не вижу. Ну, я могу сказать, что похожая духовка, это с похожими функциями. Вот, другой просто дизайн здесь. Да, это просто другой дизайн, как бы мы не привязываем сейчас к дизайну, а говорим о функционале, в первую очередь. Сейчас тебе поправлю, тут все-таки говорят, плохо слышно тебя, ну попробуем тебе поближе вот сюда. Может быть, на фартук? А давай на фартук. Ребят, все как вы скажете, у нас прямой эфир идет, да, поэтому если какие-то комментарии есть, никаких проблем. Вот так, я думаю, будет лучше. Хорошо, да. Значит, смотри, что сейчас включаем? Так, сейчас мы включаем, смотри, мы включаем функцию конвекции, и здесь еще маленький значок пар. Пар, так. Да. Окей. Теперь выбираем температуру. На какой температуре у нас будет печься круассаны, Андрей? 180. Ну, простите, угадал. Я пеку их на 200. А, ну, но чтобы ни тебе, ни мне не было обидно, сделаем 190. А, слушай, ты здесь крутишь, а здесь вот на таком сенсорном дисплее, точность измерения температуры, шаг в 5 градусов. Шаг в 5 градусов. Да, это очень удобно. 195 градусов. А как зафиксировать или все? Все, она уже зафиксирована. Этот индикатор говорит о том, что духовка начала прогреваться, и когда он температура достигнет заданной, он пропищит. Знаешь, за сколько прогревается эта духовка до 200 градусов? 10-15? Нет, всего 4,5 минуты. Ого, да, нужна температура, 4 да, минуты? Да. Вот это круто, кстати говоря, да. Вот в современном, когда духовки у моих родителей, понимаешь, что такие газовые, вот там как раз подольше, все это посложнее делается, а здесь, ну, круто. Более того, очень сложно в газовых духовках регулировать температуру. Да, да, на самом деле. В электрической гораздо удобнее. Итак, возьмем 100 мл воды. Так, 100 мл воды. 100 мл. Открываем. Мы... Слушай, ну объемный вообще. Да. Мы видим здесь углубление для того, чтобы можно было залить воду. Заливаем сюда воду. Это для этого точно, да? Да. Там внизу стоит тен, который нагревает воду. Вода превращается в пар, и пар у нас образуется в камере. Но, чтобы активировать, необходимо нажать вот эту функцию. Все? Все. Теперь залил воду одну кнопку, все, функция пара включена? Да. Так, ну это сам, я еще раз повторюсь, это самая простая духовка SteamBake. Естественно, у нас есть более топовые духовки с расширенным функционалом, где пар можно использовать не только для хлеба, но и как пароварку. Да, ну и комбинировать жар и пар, да, там, и еще для многих интересных функций. Но главный вопрос сейчас, я не понимаю, ребят, вы понимаете, вот функция пара, это что-то новое. Ну как это, готовили без него? Что получалось? Тогда какое преимущество, если функция пары есть? Ага, ну, как это преимущество? Преимущество, во-первых, первое, например, если взять хлеб, выпечку, да, так. Пар, горячий пар, нагрет до 100 градусов, гораздо агрессивнее, чем просто температура духовки на 100 градусов. Простой пример. Угу. Если мы включим духовку на 100 градусов, так. Ты спокойно туда сможешь засунуть руку, подождать там 2-3 минуты и не обжечься. А если мы поставим на плиту... кастрюлю с водой, которая нагреется до 100 градусов, а 100 градусов это температура кипения, ты больше 5 секунд не сможешь держать руку. Понимаешь, безусловно, о чем я говорю? Да. Да, поэтому пар агрессивнее, чем горячий воздух, и в комбинации с горячим воздухом тесту это дает взрыв. Взрыв и такую хрустящую корочку, как мы видим в пекарнях. Да. То есть вот те самые, ну, французские круассаны, да, или тот самый хлеб, когда аппетитная корочка проминается, это вот при функции пара дома возможно сделать? Да. Балдеть.
А? Ребят, слушайте, кто вообще любит готовить? Интересно, напишите, вот кто дома у себя любит готовить выпечку? И мне очень интересно, мы с Олегом буквально несколько минут поговорили перед началом, вот он говорит, что он в принципе 80% всех блюд, которые он делает дома, они в принципе делают в духовке. Так слушай, а почему? Вот чем она тебе нравится? Вообще, почему в духовке? А в духовке, во-первых, еда полезнее. Почему? Потому согласен. Что она не жарится, а печется, как бы. Именно, да? Именно так. Да. Во-вторых, ты можешь получать разные текстуры, используя разные температуры. Но это я сейчас говорю уже как профессионал. Да, это круто. Да, ну, например, простой пример, если, например, ты мясо можешь пожарить на плите, также ты кусок мяса это можешь затомить в духовке, и он будет совсем другой по вкусу и другой по текстуре. Вот и все, как бы. Тут на самом деле очень много разных интересных моментов, но я как профессионал, я смотрю на духовку по-другому, да, и соответственно, каждый раз я стараюсь для себя что-то новое открыть путем экспериментов и подключая свои знания. Классно. Ну, смотри, вот какая процедура. Вот мы залили воду, он сейчас автоматически нагреется до нужной температуры и... И все, и ставим круассаны. Ставим круассаны, выставляем время и забываем на это время. И начинаем постепенно, потом перейдем к яйцу пашот. Окей. Но скажи мне, там функция пара, она как-то, она же когда-то закончится должна, наверное. Да, все просто, все... когда вода выкипает, как бы вот это и все. То есть она рассчитана как раз, в данной духовке функция пара рассчитана именно на первые 5-7 минут приготовления. И для хлеба это важно. То есть для хлеба нужен пар, и выпечке нужен пар, но не всей. В самом начале этапе приготовления. Но не так, чтобы он будет у вас постоянный, там, в течение там, да, всего времени приготовления. Только в самом начале, на самом первом этапе. Хорошо, то есть потом, после этого, после пара, видимо, как-то пара должно не быть. Потому что он же испаряется. И что, какое-то высушивание происходит дальше? Да, да, да. Он просто испаряется и как бы и напитывает, во-первых, как бы он проникает внутрь тестозаготовки, да, может быть, хлеба, тех же круассанов, и потом просто испаряется, когда заканчивается цикл. Слушай, ну и круто. А для чего еще пар можно использовать помимо круассанов? Помимо круассанов тут, ну, как бы в этой духовке. В этой духовке это духовка для выпечки. Поэтому здесь мы пар используем для выпечки. То есть, если говорить о каких-то конкретных продуктах, да, там, то это можно как бы круассаны, хлеб, можно делать кексы, маффины, да, он будет более воздушный, чем мы приготовим его традиционным способом. Никто не спорит, что можно готовить те же кексы и круассаны без пара. Да. Но с паром получается лучше. Вот и все. Ну, а вот всегда хочется, понимаешь? Вроде как уже и любишь, но когда действительно ты получаешь какой-то эффект вот той самой профессиональной пекарни, которую дома как бы ты достичь никогда не мог, потому что там особые печи, дорогостоящие, или же вообще печи какие-то там глиняные и так далее, да, это на самом деле мечта, правда. То есть я воспринимаю это только как, знаешь, какой-то новый этап готовки для любой хозяйки. Потому что она вдруг становится на новый уровень, а, соответственно, все близкие, родные просто находятся в эйфории. Это здорово. Кстати, это топ, ребята. Вот буквально несколько лет этой технологии. Сейчас я исследовал ее, да, она завоевывает все больше пространства и любовь не только профессионалов, но и реально хозяек, потому что это прям реально работает. Это так круто, правда. Это круто. Так, ждем, когда нагреется, да? Да, она как раз нам издаст сигнал, и мы можем постепенно переходить. Есть какие-то, может быть, есть какие-то вопросы? Да. Саша Ермаков написал, типа, как банька, наверное. Потом написал, хватит много ненужной информации. Кто готовит, и так все это знает. Саша, а на какой вопрос тебе ответить, дорогой мой? Назови тогда, понимаешь? Назови. У нас есть час, нам нужно исследовать, поговорить, потому что это важная тема. Это, может быть, тебе известно, да? А преимущество пара, вот мне, например, интересно. Нужно ли поменять свою духовку? Или нужно ли купить такую духовку? Или остаться на старой, вроде как функция пара, ну, как бы так не совсем... О! Слышишь, уже, да. Пока мы говорили, она запикнула. Пик, слышали, да? Пик-пик-пик. Так, дальше так, что? Так, температура 190 градусов. Я беру круассаны. Круассанчики. Ну, я так понимаю, что там уже противень входит как бы в комплекцию. Это классический. Два противня и решетка. А, и решетка. И решетка, слушай, конечно же. Так, хорошо. На какой уровень будешь ставить? Я всегда ставлю на уровень на второй снизу. Слушай, а подскажи правда, вот почему вот так надо? Потому что часто очень вопрос такой, ну не понимают, как ставить. Вот если я сейчас пока не буду открывать, если ты посмотришь, на задней стенке есть конвектор. Вон это, круглый, да? Да, да, да. За ним есть тен. Конвектор тен нагревается, и конвектор разгоняет горячий воздух по всей камере. Это очень важно, и поэтому, чтобы движение горячего воздуха было оптимальным, да, я поэтому ставлю на второй уровень. Как раз вот примерно чуть ниже середины конвектора. Тогда как бы круассан у меня будет пропекаться со всех сторон. Круто. Вот это важно, запомните такой лайфхак, да, со второй снизу. Ладненько.
Потому что если большая заготовка, например, какой-то я пеку хлеб, вот видишь, у нас пар выходит. Да-да-да. О, вот, слушай, да. Круто. Если вдруг я пеку хлеб, я ставлю на нижнюю, потому что я понимаю, что хлеб у меня в процессе приготовления поднимется в два, а то и в три раза. Так, оставляем. И вот теперь функция пара будет показывать себя в деле, да? Вот ты видишь, оно уже запотело, немножко пара вышла, ну как бы на это идет расчет. Так, теперь включаем. Сколько надо курасаний? Так, ну, я думаю, примерно 17-18 минут. Поставлю на 18, если вдруг на что-то, то можно будет время добавить. Все. Ну, интересно вообще. Здесь мы забываем об этом. Хорошо, мы забываем. И быстренько тебе тогда вопрос от Ларисы. Полезна ли все-таки функция пиролитической очистки? Вот как ты считаешь? Ну, конечно, полезно, потому что это облегчает мойку в духовке. Как бы, да, есть духовки с функцией очистки паром даже. Да, да есть. Да, более дорогие духовки. Но пиролитическая очистка, ну, реально, если вы много готовите, там, например, много там делаете курицы гриль, много запекаете свинины, да, этот жир, естественно, постоянно попадает на стенки, наверх и на низ, да, то было бы неплохо использовать функцию пиролитической очистки. Как бы, если нет, как бы, ну, то нет. Потому что я дома редко запекаю там свинину, да, или курицу гриль. Я все-таки как бы делаю более... стараюсь делать более диетическое меню. Эх, курочка наша, свининка. Не любит Олег ее, понимаешь? Бедная твоя семья. Как же так-то? Ну, ты, наверное, невкусненько готовишь, другое. Ну, давай тогда расскажи, поделись секретиком. Вот сейчас будут уже рассказывать, да, какие-то новые секреты. Казалось бы, будем брать яйцо, традиционный, опять же, продукт, который так иначе используем. Ничего сложного, да. Но приготовим нечто новое, это очень круто. Так, что будем готовить? Итак, мы готовим круассан, который мы уже поставили, и яйцо пошел с голландским соусом. Это как бы совместное блюдо? Да. Но у нас же воскресный бранч, у нас тема, я не помню, ты озвучил или нет, тема нашего сегодняшнего эфира, это бранч. Да? Бранч это как раз тот временной промежуток между завтраком и обедом. То есть, можно сказать, поздний завтрак. Вот, когда мы спокойно всей семьей собрались и никуда не торопясь приготовили вот этот бранч. О, это мечта. Очень надеюсь, что у вас по воскресеньям, по выходным есть такое вот время, потому что у меня его нету, я очень хочу. Но бранч я ем часто. Я и после обеда бранч ем, значит, после ужина бранч, и ночью тоже ем бранч. У меня всегда между приемом пищи время есть... пить бранч. Да, время есть и пить бранч. Хорошо, ну-ка давай, что делаем? Наверняка многие знают, как варить яйцо пашот. Ты знаешь, как варить яйцо пашот? Яйцо пашот – это без скорлупы сваренное яйцо. Кто-то, я видел несколько, значит, в интернете показывают, а они закручивают вот так вот, потом его разливают, и он как бы закручивается, сворачивается, получается такое. Да. Ну, как бы технология на самом деле такая, да? Есть еще там более другие... Нет, есть еще более другие способы, но я их озвучивать не буду. Итак, я начну... Сейчас покажу, из чего мы будем это готовить. Значит, авокадо. Значит, нам понадобится лайм и лимон. Лайм для авокадо, лимон для голландского соуса. Растопленное сливочное масло. Растопленное сливочное масло. Три яйца, ну, может быть, нам понадобится и два. Горчица. Горчица идет непосредственно в сам голландский соус, но остается по желанию. Просто мне нравится такой островатый вкус. Два желтка для голландского соуса. Редиска для украшения. Проростки редиса. Тоже для украшения. И немного свежей зелени, это руккола, мангольд и шпинат, для того, чтобы у нас получился сочный круассан. Не только из яйца. Интересненько. Я, честно говоря, вот это у меня никогда не было в доме пророщенной. Это пшеница? Это пророщенная редиска. Редиска, да? Ну, молодец, да. Такой не слышал даже. Ну, для украшения. Меня это радует, потому что я могу без нее обойтись, по сути дела. Ну, по сути. Итак, первым, что хочется сделать, давай я для начала нарежу редиску, чтобы оно мне немножко постояло в холодной воде. Объясню почему. Да. Когда ты тонко-тонко нарезаешь редиску, опускаешь ее в холодную воду, мало того, что она становится сочнее, да, особенно, например, если это еще не сезон. Вот, во-вторых, она приятно выгибается такими полусферами, которые круто будут смотреться при украшении. Серьезно? Да. Как интересно. Да. Именно тоненько надо, да? Да, именно тоненько, острым ножом. Вот такие. Это еще и левша, Олег. Да. Ну, ты смотри, я думаю сразу, а? Смотри, как его. Ну, когда работает профессионал, значит, в холодную воду помещаем, да? Да, буквально на 15-20 минут перед тем, как подавать. А пока ты будешь рассказывать вопрос от Александра, на каких заводах делают продукцию? Друзья, делают на трех заводах. Это Германия, это Италия и Польша. Знаешь, почему? Не знаешь. Нет? Не знаешь. Потому что индекс доверия европейских граждан
именно в этих трех странах. Поэтому, серьезно? Да, сосредоточены. Такая статистика прям, да? Да, да, это реальная статистика, как, которая есть у нас на официальном доступе. Не уверен, что на сайте, да, но на официальном доступе точно есть. Здорово. Ну, например, конкретно вот эта варочная панель, можешь сказать, откуда? Эта варочная панель производится в Италии. В Италии, это да, итальянка. Да. А духовка? Духовка это... тоже производится в Италии. Вот, видите, попали мы все на итальянское производство. Сеньора, сеньорита, это итальянское производство от бренда Electrolux. Ну, реально классная, на самом деле классный бренд. Пока мы не... пока ты там делаешь, да, я просто скажу, ребята, недавно переехал, да, пошел приобретать варочную панель себе, хотел другого бренда. Ну, во-первых, увидел, поговорил, с консультантами поговорил, и оказалось, что я купил варочную панель, которую еще не установил. Вот прям вот эту. Вот прям вот эту. Жалко, фотки из дома нету, она просто стоит пока запакованная, но именно эта варочная панель... Знаю только, что она индукционная, правильно, да? Больше о ней, честно говоря, ничего не знаю. Просто понравилось, сказали, что это итальянское производство, ну и как-то сразу мне... Полегчало. Полегчало, да. Я нормально отношусь к азиатским производствам, которые контролируют крупные бренды, но все-таки, знаете, для себя все-таки покупаешь. Пусть Electrolux производит это в Италии, мне будет приятнее. Хорошо. Так. Так, я сейчас налью сюда холодной воды. Так, холодную воду, в холодную воду редиску пока, да, можно показать. Еще один такой интересный момент, что перед тем, как подать зелень, ее, конечно, лучше подержать в холодильнике, накрыв влажным полотенцем. Тогда зелень будет более хрустящая, более сочная. Да, серьезно. Или, например, если совсем нет времени, просто опустить ее в ледяную воду, она тогда расправится, даже самая жухлая зелень может расправиться в ледяной воде и стать вот прямо презентабельного вида. Это реально факт. Так в ресторанах делают, да? Ну, практически так. Понятно. Едим дома, ребята. Не во всех. Там, где Олег работает, нет, там такого нет. Я не работаю в ресторане, я работаю в Electrolux. Да, но ты очень много мастер-классов проводишь, да? Ну, да, да. Сейчас, конечно, меньше провожу, но вообще, да, очень много мастер-классов проводил. Классно, супер пишет нам. Ну окей, давайте дальше рассматривать. Все ждут рецептуру. Так, далее, смотрите. Ну, я думаю, можно уже подключать варочную поверхность. Она называется SenseBoil. В чем же ее преимущество? Вот в чем ты, вот Андрей. В чем преимущество SenseBoil? Да, про шпаргалки не читай, просто скажи как своими словами. Ну, смотри, так как я еще не пользовался, я сразу знаю, что вообще техника индукционная, да, она вот такая последняя, топовая. Правда, для нее нужна особая посуда, да, есть какие-то минусы, которые многим не нравятся. Но вот когда переходишь, особенно от газовой, когда все понятно, сделал потише, потише. Вот мне не очень нравится керамический, стеклокерамический, потому что там фиг разберешься, слушай. Сделаешь тише, она уже все 150 раз выкипит, тихонечко погасит температуру. В общем, это сложнее. Вот мне кажется, что индукционная плита, она максимально комфортна именно в том, что тебе потише надо сделать, она как бы мгновенно это прибирает. Я вот это знаю. Да, у индукционных плит точность измерения температур. То есть, если ты здесь... Точность измерения температур. Точность поддержания температуры, правильно сказать. Здесь градация идет от 0 до 14, да, если мы включаем там единичку, то это прям минимальное поддержание кипения, да, даже не кипение, это там примерно градусов 85. И так по нарастающей до 14P, это значит, означает power, да, это когда нам нужно быстро прогреть там масло, неважно, там быстро вскипятить воду, еще что. Но, что касается воды... Чтобы грамотно и безопасно вскипятить воду, есть как раз функция SenseBoil. Как она работает? Я показываю. Она работает только с холодной водой, с холодной кастрюлей, на, соответственно, холодной конфорке. Мы включаем. У нас есть, кстати, защита от детей. L. Что такое это? L. Это защита от детей. Ну, в смысле, они ничего не могут нажать, как бы. Да, просто да. Затем выбираем функцию SenseBoil и выбираем ту конфорку, на которой... Она необходимо нагреться, на которой комфортно. Смысл в чем? Что в данный момент мы можем уйти заниматься абсолютно спокойно своими делами. После того, как вода в кастрюле закипит, она автоматически понизит температуру на восьмерку. Да, и тем самым... Это поймет она, в нем стоит датчик вибрации. А как раз от кипения отходит, небольшие как раз вот эти вибрационные моменты, она их улавливает и автоматически опускает температуру. Также, ну, я сейчас в этом приготовлю яйцо пашот, но если взять более простой способ, да, то мы просто ставим картошку вариться. Вот, нам надо, чтобы вода закипела, она потом кипела. Мы все равно потом понижаем температуру. Да, понижаем, Вот, поставили картошку вариться, ушли смотреть фильм. Это вот с функцией SenseBoil? Да, это с функцией SenseBoil. То есть она как бы не выкипит, да, но будет на оптимальной Поддержании.
Да. Картошку, яйца поставили вариться. Класс. Ну, какая интеллектуальная система прям. Это помощник, именно, слушай, поваренок. Именно прям. Там. Именно так. И более того, что когда вода закипит, она нас об этом предупредит, угу. Что как раз температура угу. понизилась. Так, ну давай теперь откроем секреты. Тут говорят про царапины на самом деле, да? Говорят, что кто-то увидел здесь царапины. А что, я все читаю, Эльвира, правильно? Ну, ты что имеешь в виду? Может быть, ну, на самом деле, мы тут все уже лапаем, понимаешь? Поэтому и этой, именно этой варочной панелью много раз пользуются. Это такая прям топовая, она такая популярная. И действительно, на мастер-классах нам много. То есть это не прям мы распаковали, здесь поставили. А тут как бы открытий никаких быть не должно. А ты честен. Ну, слушай, а что нам? Я работаю, слушай. Это электролюкс, понимаешь? Вот. А я здесь каждый день, ты понимаешь? Я не хочу себя подставлять. Я хочу открыть честно, чтобы смотрели, задавали вопросы. А я их транслировал, да. Но она же написала, но техника типа вот. Согласен. Три раза. Да, три раза вот. Да, вот на самом деле, вы же одни из мировых лидеров просто, понимаешь? Ну, это прям реально. Электролюкс, это прям вот топ. Мировой бренд. Это прям круто. Мировой бренд, ты прав. Да. Так. Слушай, ну оно быстро оно закипает. Я тебе могу сказать, что отличие от газовых поверхностей, да, mm-hmm. или от просто стеклокерамических очень, очень большое. Коэффициент полезного действия индукционных поверхностей гораздо выше, чем даже у той же газовой варочной поверхности. Mm-hmm. Во-первых, потому что она нагревается гораздо быстрее за счет магнитных индукторов, которые стоят. Вот это интересно, да. Да, но ты сейчас их не увидишь, естественно, они стоят под стеклом. Угу. Вот, и они воздействуют только на саму посуду, которую ты поставил. Угу. Вот, они, конечно, мы попозже проведем эксперимент. Я покажу, как это делали в Америке, там, когда только-только появились индукционные плиты профессиональные. Угу. Я покажу, как они это демонстрировали, да, просто на примере, да, чтобы люди понимали. Слушай, да-да-да, не прости, я просто в шоке от того, что как оно закипает быстро. Реально. Быстро? Я вот такой на газовой даже плите понимаю. Именно, именно. Круто. Скажи, пожалуйста, а они равнозначны? Знаешь, все-таки бывают комфорты поменьше, побольше? Не, ну здесь же как бы, да, у нас есть более маленькие комфорты для мелкой посуды. А, все-таки они поменьше, да? Как да. Вот именно по длине вот этих самых ответвлений, да? Да. Есть модели с объединяющими комфорками, что очень удобно, если, например, ты домохозяйка, домохозяин. Да, домохозяйка, ладно. Да, да, да. И любишь готовить на утятнице. Mm-hmm. Или у тебя есть такой специальный гриль, который ставится mm-hmm. на индукционную варочную поверхность. Ты можешь просто ставить, обменять комфорки и жарить. Круто. Да. О, жарить или круто. Тушить, или какая-то, возможно, есть какая-то mm-hmm. большая посуда дома, которая не может помещаться. Mm-hmm. Послушай. Mm-hmm. Еще про функцию автоотключения. Слышали? Мы ничего не трогали, вы слышали? То есть она... Ё-моё, у меня же такая же дома, скорее бы кухню привезли. То есть сейчас она только что закипела, вибрация пошла, и она, все, вот нас нету дома, ничего не выкипит, ничего не пригорит. Слушай, а для пожилых людей, знаешь, как это важно? Очень. Реально, они же иногда забывают, это же просто катастрофа. А сколько пожаров различных бывает? Ну, серьезно, это правда так. И вот сейчас она будет, сколько примерно температуру будет поддерживать? А, ну 100 градусов она будет мало кипеть. Да, мало кипения. И знаешь, что по случайному стечению обстоятельств, вот именно восьмерка, это как раз та температура, на которой идеально приготовиться яйца пашот. Это случайно. Это реально случайно, как бы, да, это реально случайно. Mm-hmm. И я очень рад, что так происходит, потому что можно показать. И я сейчас покажу еще лайфхак, как сделать сразу соус, варя яйцо пашот. О, ну погнали. Так, значит, первое, что мы добавляем? Добавляем винный уксус. Винный уксус. Для того, чтобы яйцо у нас схватилось. Прям в воду? Да, ну, конечно, не в яйцо же. Соль. Соль. Теперь важный момент. Яйцо необходимо сначала разбить. Ага, просто в плашечку, да? Да, угу. Да, а только потом уже выливать. Потом, угу. Как ты говорил, вилочкой. Угу. Или ложкой. Слушайте, ребят, яйцо пашот при мне сейчас делать будет. Боже мой, угу. Я только такое на Ютубе видел, понимаешь, когда делают профессионалы. Класс, ну-ка. Делаем водоворот. Угу. Так. А потом куда выливать? Прямо в центр сбоку? Да, да, да. И прямо в центр выливаем. Делаем водоворот. И? Ну-ка, постепенно? Оп, почти сразу. Все. Все, и оно уже начинает схватываться. Теперь важный момент. Так, так, так. Есть сколько будет. Варится яйцо пашот? 3 минуты. Три. Серьезно? Да, 3 минуты, серьезно. И теперь сразу делаем голландский соус. Давай, давай, готов. Раз. И делаем его прямо без использования дополнительной посуды. Мы просто делаем его здесь. Берем два желтка, выливаем сюда, добавляем. Именно желтка.
добавляем, сейчас я добавлюсь. Главное, чтобы она на пару будет делаться. Ну, да, 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 голландский соус именно и делается на пару. Так, на восьмерке, значит, индукция на восьмерке работает сейчас. Да, поддерживает температуру автоматическую. Наталья Тургунова, у меня индукция Электролюкс, супер вещь, хочу сказать, если что-то выкипает, она автоматом еще отключается. Да, тоже такая функция. Да. Значит, ты посолил сейчас желток, да? Посолил, добавил лимонный сок, ставим на водяную баню. Венчиком взбиваем. Венчиком взбиваем. И ты мне, Андрей, сейчас поможешь? Давай. Тонкой струйкой наливаешь масло. Ну, как это ответственно. Ну, как тебе сказать, тонкой? Да, 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 да. Ну, просто растопленное, растопленное сливочное масло. Сколько? Грамм 100, наверное? Все, 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 все. А нет, здесь 50 грамм, а два желтка 50 грамм сливочного масла. Так. Именно на паровой бане, да, надо делать? Да, да. Так, тут, слушай, тут надо уже эту самую вилочку мне подскрестить. Так, смысл в том, что голландский соус именно готовится именно на пару. Значит, никаких там сахара, ничего не надо, да? Нет, там, нет. Если что-то еще. Белка тоже не надо, только... Только желток. Только желток. Только желток, только желток, масло. Так. Сколько мешать? Примерно до какой консистенции? Ну, что это? Консистенция должна, он должен немножко завариться. То есть очень важно, чтобы желтки не свернулись. Если желтки свернутся, надо будет переделать. Поэтому важно, чтобы желтки не свернулись, и он напоминал соусную консистенцию. Вот. А, то есть температурный режим аккуратный должен быть, да? А температурный режим как раз тот же самый, что на яйцо пашот. Вот в чем лайфхак. Круто, голландский соус. Почему вот у нас такую технику не разрабатывают, Александр спрашивает. Хороший вопрос. Хороший вопрос. А Андрей отвечает, потому что у нас ракеты делают. Отличный ответ. Отличный ответ, понимаешь? Вот и поговорили, нормально все, как хорошо. Да, спрашивает Александр, срок службы. Ну как-то можно прикинуть? Ну, я могу сказать, что я покупал себе технику Electrolux, ну, опять же, да, вот случай жизни, еще до того, когда я работал в компании. То есть я уже в компании работаю 8 лет, да, а технику Electrolux я покупал лет 10 назад. Вот, у меня духовой шкаф там и стеклокерамическая плита, не индукционную тогда покупал, до сих пор все работает. Вопросов вообще нет. Ну, согласен. Андрей пишет, вот, который у нас ракета, он говорит, а, еще и балет у нас, балет хороший. Ну, а что, нельзя отрицать, ребята. Ну вот, а вот из Италии приехал к нам Electrolux. На самом деле, шведскому бренду 102 уже года, в прошлом году, по-моему, было, да, 100-летие. Мы искренне поздравляем, это мировой бренд, занимающий лидирующие позиции по всем фронтам. Это действительно так, это классно, топ. Я не могу сказать, что это очень дешево. Ну, не могу сказать, что это дешево, да? Ну, это и недорого. С другой стороны, это недорого, да, понимаете? Это такой хороший сегмент, где совместилось, вот по моему мнению, все. Нормальная цена, адекватная, да, и очень крутое профессиональное производство и технические характеристики, которые здесь есть. Потому что можно приготовить, я так понимаю, в домашних условиях вообще все. Да, вот все, что хочешь. Абсолютно. Нет препятствий ни для чего. Скажи, пожалуйста, правильно брать сейчас духовку все-таки с паром? А мы же берем и не на год, не на два, а лет на 5-7. Да. То есть в перспективе, мне кажется, она завоюет вообще все и у всех. Вот без пара абсолютно. Просто не будет. Абсолютно. Да, это правда так. А вот касательно, если нужно прерваться на рецептуре, ты говори. А смотрите, мы постоянно мешаем соус. Да, постоянно мешаем голландский соус. В конце можно добавить, опять же, по желанию, добавляем немножко дижонской горчицы. Буквально... чайную ложку. Слушай, у нас 15 секунд до круассанов остается. Это прекрасно. Это прекрасно. Мы в графике. Пик-пик-пик-пик, кто-то говорит. И здесь. Как раз нам сейчас плита сказала, что все окей. А ты что, таймер поставил? Ну, конечно. А-а-а. И тут, и там есть таймер. В этом... Слушайте, на 3 минуты поставили, он сам автоматически отключился. Слушай, да, я чуть не обратил внимания. Так, и здесь пищит, боже мой, везде все пищит. Куда бежать, что делать, все готово уже, боже мой. Но все же должно быть технологично, переключаем сюда. Так. Даем немножко выйти пару. А, да, аккуратненько будьте, да, это правда. Ты помнишь, а, вот какие круассанчики. Ё-моё, ребята, вот это воскресенье у нас будет, или суббота, когда вы будете готовить. Пока я их поставлю сюда, чтобы мы их порезали. Смотри, какая корочка там, ё-моё. Чуть-чуть попозже. Ой, какой аромат. А, кстати, что за тесто, обычное или слоёное? Слоёное-дрожжевое. Слоёное-дрожжевое, да. Так, вынимаем пашот. Он даже чуть-чуть. Ну, сейчас мы еще одну сварим. Это чуть-чуть передержали, но... Передержали, да? Да, ну, потому что отвлекся на круассаны. Очень важно выложить его на тарелку, смазанную маслом, чтобы потом нам было легко его снять оттуда, да? Если просто на сухую тарелку выложим, может прилипнуть. Ну, мы дальше продолжаем.
Слушай, какое простое блюдо, вот яйцо пашот, да? Все уже привыкли все-таки в смятку, в крутую, а здесь вообще ничего сложного уже нет. Вообще но совершенно сложного. По-новому оно смотрится. И реально яйцо пашот купить в ресторане, да, так рублей за 350. Или дома сделать, одну из десятков взять, просто размешать в круговерти и кинуть туда. Ну, уже круто. Надо попробовать. Почему у вас практически соус готов. Вот смотрите, обратите внимание, когда соус готов, вы вынимаете венчик, и он напоминает нити. Mm-hmm. Да, вот такие. Нити-нити. Да, такие смотрите, нити. Еще, сразу момент. Соус, естественно, если он постоит, он загустеет. Вы легко можете его разбавить небольшим количеством воды и просто перемешать. Mm-hmm. Вот как бы это такой момент, mm-hmm. который надо учитывать. Так, mm-hmm. ставим опять на кипение. Mm-hmm. Берем яйцо. Mm-hmm. А мы сейчас еще раз будем делать, да? Конечно, конечно. Напоминаем, что воду мы до этого просто, да, мы сделали винный уксус. Да, винный уксус и соль. А зачем винный уксус, кстати? Ну как, он же помогает яйцу схватиться, как бы, да, и чтобы оно было таким. А, все-таки не просто кипяток. Да, конечно, винный уксус, ребят, винный уксус. Круто, повторите, пропустили, как делать. Сейчас сделаем. О, привет, дядька Людмила Нудин написал. Люд, ты мне? Тогда привет тебе. Андрей меня зовут, Андрей. А, который поет, я забыла, как вас... Да, Люда, это ты точно, я вспоминаю. Привет, привет, Андрей меня зовут, да. Будем петь, почему нет? Да, заказывай песню, споем. Значит, немножко винного уксуса, немножко... Забываю, второе, что ты сказал? Соль. Соли, да. И смотрите, яйцо пашот сначала разбиваем в мисочку, делаем круговерть, потом в центр аккуратно вливаем. Оп, все. Чтобы оно схватилось. Все. Больше мы ничего не делаем. Ставим 3 минуты. Не больше 3 минут. Раз. Потому что... Ну, я тебе могу сказать не то, что не больше 3 минут. Вот таймер покажи. Тебя подожди, угу. Подожди. А, я не знаю, как ты определил, что получилось больше. Ты передержал? Ты там что-то... Нет, просто... Отвлекся на круассан. Угу. Нет, ты просто тыкнул и недоволен был. Нет. Яйцо потрогал, вот так сказал. Да. Оно должно быть прямо вот ты тыкаешь, оно должно быть как желе. Как желе. Да, ну, тогда будет угу. все как надо. И так, 3 минуты все. Но могу сказать, друзья, что от размера яйца будет зависеть время приготовления. То есть если яйцо экстра или категории СО, то время будет чуть дольше, там 4 угу. минуты. Если там категория первая или вторая, да, то как раз время у нас уйдет поменьше, там 2,5-3 угу. минуты. Прости. Люд, для тебя специально. Женщина, не танцую, женщина, не танцую, хватит улыбаться. Все, а то авторские права, потом, видишь, я еще платить буду для тебя. Special for you. Хорошо, значит, яйцо пашот мы сделали, круассаны мы вытащили. Посмотрите, какие получились они. Функции пара мы использовали в этой духовке. Очень просто, налили вниз немножко 100 мл воды, нажали одну кнопку и все. Вот для теста, да, говорит Олег, вот Electrolux в принципе создал такую духовку с функцией пара. Ну реально, ребят, потрясает, очень круто. Наливаете, слушай, а можно я приоткрою? Нужно. Да, смотри, да, аккуратненько, горячая еще она. Наливаете сюда ее, здесь нагревательный элемент, как сказал, термо, что-то там такое. Тен. Вот да. Здесь вот тен. Значит, я говорю по-простому, да? Он, значит, начинает тут нагреваться, пар выделяется, нажимаем эту кнопку, и все. Вот для теста, еще раз расскажи, какой эффект получает тесто? Тесто получается взрыв у теста, да? Опять mm-hmm. же, за счет раскаленного пара, да, можно так сказать, разогретого горячего пара. Корочка. Mm-hmm. Вот, ну и объем. Не, ну объем, да. На самом деле, и объем, это тоже лучше. А какое яйцо лучше, домашнее или с магазина? Ну, это не важно. Главное, чтобы размер яйца примерно соответствовал тем критериям, которые я сказал. То есть mm-hmm. я говорю, крупные яйца – это 3 минуты, более мелкие яйца – это... Крупные яйца 4 минуты, да, более мелкие mm-hmm. это 2,5-3 минуты. Mm-hmm. Пару шуток про яичную тему, как всегда пошло. Это нормально, ребят, это нормально. Mm-hmm. Слушай, так, что ты сейчас делаешь? Так, пожалуйста. Я взял авокадо. Угу. Вот. И сейчас возьму еще один, угу. чтобы его порезать. Я угу. думаю, многие знают, да, что авокадо разрезается вот так вот по контуру. Да, если ты это вот знаешь. Вот так... Я, правда, из YouTube все узнаю, знаешь. Смотришь там, во-во-во, и вот так. Да, да, я тоже так делаю. Именно. Кстати, косточку из авокадо можно прорастить. Серьезно? Да. И что, потом вырастет? Да, у тебя что-то вырастет. А ты не отделяешь от кожуры? Ну, подожди, мне просто вот этот авокадо больше нравится, чем тот, поэтому я взял с запасом. Смотрите, угу. когда спелый авокадо, оп. Сразу выбрасываем, а берем не спелый. Когда супер спелый, он просто живой. Просто живой, да. Или его немножко подрезаем. Ну, на самом деле, если он прямо супер спелый, то корка снимается просто как кожура с мандарина.
Слушай, вообще авокадо, конечно, полезный, да, надо признать, действительно. Так, окей. 3 минуты прошло, вытаскивай, а то опять передержим. Так, еще одна пошот. Подарите авокадо, спрашиваю, да? Какая хорошая духовка, какая Щербакова? Смотрите, вот сейчас, да, смотри. Да, это правда. Угу. Вот сейчас идеально. Вот оно, да? Вот да. Оно, идеальное яйцо пашот. Ставим его рядышком, не передерживаем, тогда мы отвлеклись на круассаны. Не передерживаем. И давай еще один раз сделаем, да, чтобы нас же чуть больше человек, чем два, правильно? Да, 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 да. Ставим. Так, отошли от студии, я буду первый потом пробовать. Ставим на восьмерочку, включаем. Слушай, ну круто, все понятно, видно, мне нравится это все. Поставим на 4, пока мы размешаем там туда-сюда. Автоматическое отключение, если выкипает, ребята. Кстати, функция Sense Boil, да, вот я сейчас, Олег, я сейчас буду, знаешь, как домашнее задание, что запомнил. Функция Sense Boil, она работает на всех 4 колпаках, да? Да, да. Ты ее включаешь, она мгновенно, очень быстро нагревает воду до состояния кипения, и потом сама отключается и только поддерживает низкое-низкое кипение. Представляете? Не выкипает ничего. Можно картошку положить, она закипит и автоматически снизит температуру. Это просто огонь. И это вот индукционная варочная панель от Electrolux. Это круто. Значит, яйцо пашот, все понимаем, немножко винного уксуса, воду, немножко соли. Делаем вот такое вот торнадо и туда в центр вливаем. Где? Все, оно взялось, 3 минуты. Здесь у нас таймер уже будет выставлен. Ну, сейчас на 4, кстати, поставил, да? Так, ну, я да. Просто, с учетом того, что я размешивал, как бы, да, сейчас он сейчас переключится на троечку. Слушай, скажи мне, а можно будет где-то потом понять, какой цифре, какая температура соответствует? Ну, в инструкции, может быть, где-то, в смысле? Да? Ну, например, восьмеркой там 150 градусов или такого? Нет, такого нет. Тут как бы имеется, да. А, это для духовки в основном такой, да. Именно. Цены, конечно, дорогие, кто-то написал. Цены дорогие. Ну, хотя... зато качество на всю жизнь. Ну да, на самом деле, вот такой духовкой с функцией пара, которая сейчас является топом, будете пользоваться 10, 15, 20 лет, это будет реально круто. И варочной панелью. Но про варочную панель хочу тебя спросить. Давай. Все-таки это индукция. У многих стоит керамический, стеклокерамический, да, электрический варочный панель. Вот реально есть какое-то вот основное преимущество или несколько? Почему все-таки индукцию-то надо брать? Ну, во-первых, как бы индукция экономичнее. Намного экономичнее, чем... обычная стеклокерамическая плита, потому что почему? Ей надо достаточно очень быстро нагревает воду, да, как ты сам, это да. Как да. Сам только что заметил. Да. Более да. Безопасно, потому что это как нагревается только сковорода. Если, например, у тебя убежала вода, да, то она нигде не закипит, не прилипнет, потому что нагревается только дно посуды, но не сама поверхность. Это очень важно. Покажите панель. Ну вот, Макс, покажи тогда панель. Значит, 4 конфорки. Вот такой вот 1, 2, 3, 5, 8, 10, до 14 доходит. И функция Power – это максимальная мощность. Ты ее включаешь, и за несколько минут она у тебя доводит до кипения, состояния кипения. Так, ну вот здесь таймер можно включить. Что вот это такое? Вот, скажи, пожалуйста, правое. А, это очень интересная функция. Это синхронизация с вытяжкой. У Electrolux все продумано. Если вдруг у тебя есть вытяжка, пока нет. Electrolux, да, то она супер умная. И когда ты включаешь нагрев, когда включаешь плиту, вытяжка автоматически включается. Как только ты повышаешь нагрев температуры, вытяжка тоже повышает нагрев всасывания. Называется хоп-ту-худ. Хоп-ту-хуп? Хоп-ту-хуп. Хоп-ту-хуп. Ну, мы хоп-ту-хуп. Все понимаем, ребят. Пришел на кухню. Сейчас я хоп-ту-хуп тут сделаю. А? Где ужин? А хоп-ту-хуп получишь. Покажите панель. Вот она, Сереж, панель. Панель реально классная. Из Италии. Ты пошел показывать, да, Макс? Да, ну просто интересно. Есть побольше, есть поменьше. Сейчас еще раз тут посмотрим. Но она стандартных габаритов 60 на 60, да? Тут она такая, по-моему. Да, да, они все стандартные. Есть как бы более маленькие, да, но как бы это стандартный размер. Понятно. Функция защиты от детей есть, да? Обязательно. Куда же без нее? А что такое вот пауза? Это пауза, это можно просто ставить на паузу, например, там ты варишь свеклу, и тебе надо куда-то отойти, чтобы она там не выварилась и так далее. И ты ставишь на паузу и спокойно отходишь. Видал, у нас оператор обалдел от варочной панели. Все валится, ребята, когда Electrolux приходит к нам. Так, какие еще вопросы есть? Да, энергии много кушает? Стандартные. Я могу сказать, что стандартное энергопотребление, ну, прямо четко, вот я сейчас... Понятно, ладно, но ты не технарь, да. Не готов сказать. Но я могу ответить на вопрос, который еще не задали до сих пор. Давай. Какая посуда подходит к варочной поверхности? Слушай, а подожди, давай перед этим скажи мне, а какая посуда подходит к варочной панели индукционной? Так, зазвенел, ребята? Так я, смотрите, вот он, идеальное яйцо пашот, как желеха. Как желеха получилось, уже 3. Так что касательно посуды, скажи, ты не ответил на вопрос, я тебе задаю уже второй раз. Да, я тебе отвечаю, что сейчас
практически очень много производителей производят посуду универсальную. Она подходит как и для индукционных варочных поверхностей, да, так и для газовых, так, соответственно, и для стеклокерамических. Вот, потому что бояться не надо. Сейчас на самом деле на рынке очень большой выбор. И то есть, там, если вы покупаете индукционную варочную поверхность, будьте уверены, что ближайшую сковородку, которую вы возьмете вот так вот с полки, она будет подходить под индукцию. Круто. Слушай, а что он выключился сам? Ну все, как бы, да. Мы поработали, если нет никаких дальше действий, она автоматически выключается. Круто. Вот это круто, кстати говоря. То есть я могу не заморачиваться, выключил я плиту, не выключил, я перестал готовить, да, таймер ушел, ну, все. Нет, то есть она попищала. Да. Вот, я отключил таймер, да. Если я больше ничего не сделал, то, естественно, она выключилась. Если я дальше бы выбрал бы температуру нагрева, да, то, естественно, она дальше бы продолжила. А я могу без таймера готовить? Конечно. Ну, а в чем проблема? Понятно. Ну, то есть, если я знаю, сколько я хочу... Это часто, знаешь, есть такой мужик Похлебкин, не знаешь? Ну, ты, наверное, знаешь. Да, слышал. Да, очень часто у него там все вымерено прям по времени. Да, вот знаменитый такой мужик, у него огромное количество книг. Например, там, грубо говоря, рис надо варить 12 минут. И больше никак. Поставил на 12 минут, ушел, все, забыл об этом всем. Очень круто. Это правда. А я готовлю рис в духовке, кстати. Да ладно. Да, и он получается намного круче, чем на варочной плите. Подожди, а как? Ты так же с водой прям классически докладываешь? Да, да, да. Ну, сначала промываю рис. Ну, понятно. Да, потом очень важно, допустим, на одну порцию риса взять полторы порции воды. Да, полторы порции воды. Да, обязательно в промытый рис. Угу. Вот, там дальше соль, перец, там, если необходимо, специи, какие-то масла. Плотно накрываешь фольгой, вот эту емкость, да, она должна быть глубокой. Фольгой? Да, фольгой. Ну, как бы, если есть какая-то плотная крышка, то можно ей. Но я как бы накрываю фольгой и ставлю на 160 градусов на 30 минут. И у меня получается идеальный басмати в духовке. Просто... Ой. Ага. Слушай, подожди, ветер вообще обед. Идеальная басмать. На плите чуть быстрее готовится. Слушай, ну попробуйте реально. Вот. Такой эффект печки получится, наверное. Обрати внимание, да, соус у нас загустел, но, кстати, не сильно. Мне хочется его попробовать. Так. Классно? Ой, пушка. Я сейчас попробую, не волнуйся. Скоро попробуем, да. Отлично. Так, пашот приготовили, три яйца приготовили. Соус, он как бы будет поливаться сверху? Да, да? Сверху на яйцо будет поливаться. А, сверху на яйцо, сверху, хорошо. Сверху. Спрашиваю, чем мыть поверхность? Вот, наверное, вот про... Друзья, да, да, на самом деле моется специальными моющими средствами, которые мы также производит компания Electrolux. Вот, оно подходит как и для стеклокерамики, так и для индукционных поверхностей. Вот, просто наносим и смываем. Обязательно на остывшую. Обязательно на остывшую. Да. И, кстати, помнишь, хотел показать небольшой лайфхак? Да, да. Как показывали в Америке, когда презентовали... индукционные варочные поверхности. Ну-ка. Профессиональные. Смотрите. Давайте я возьму сухую бумажку, а то скажут, что я нахимичил. Да, мы скажем точно. Мы это как раз, скажем. Это, кстати, большое отличие от газовых-то понятно, от обычных стеклокерамических. Ставим сюда посуду. Включаем духовку. Кстати, варочную панель. Да, варочную панель. Соответственно, вот этот защиту от детей можно отключить, чтобы она не появлялась. Вообще не появлялась. Да. Так, и включаем на нагрев. То есть, смотри, если у нас обычная стеклокерамика, да, соответственно, у нас бумажка загорится. Серьезно? Если, ну, конечно, да, потому что нагрев у нас идет непосредственно у стеклокерамики. У стеклокерамики. Непосредственно на само стекло. Но тут у нас идет нагрев только на посуду. Сейчас она закипит. Я все это уберу, ты посмотришь, что вот эта салфетка абсолютно сухая и не сгоревшая, и тем самым она безопаснее. То есть, как бы, а как делали америкосы? Они клали $100 бумагу, готовили, да, это правда, готовили на ней. Когда поготовили, всем показали, потом вынимали $100, вот, ребята, смотрите. Это не классно. Да. А там да. же $500, да. То есть, я помню, то есть стеклокерамика, они вот красным начинают нагреваться. Да, именно, там идет прямой нагрев, как бы, именно на саму варочную поверхность, а потом уже на дно. А тут у нас идет нагрев только на... Круто. Да, только на саму кастрюлю или сковородку, там, что поставить. Вот она закипела. По идее, да, на стеклокерамической поверхности у нас уже она раскаленно-красная. Да. Спокойно убираем. Сюда переставляем. Обалдеть. Ничего нету. И руку я держу. 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 Не, ребят, это сейчас серьезно. Вы видите, держу. Что происходит, да? Держу. Это на максимально пауэр. Причем он вскипятил его за секунду, но ладно, вода была теплая, и он держит руку. А где мои $100? Олег, так, охрана. Только что ты говорил, что положили $100. Облучения нет, спрашивает Александр? Нет. Ну, как бы магнитные индукторы — это просто магниты. Да, то есть поэтому облучение здесь исключено. Здесь нет именно ультрафиолетовых или каких-то там микроволн, которые есть в микроволновках, нет.
тут круто. Только круто, это прям топ. Да. Реально, очень круто. Индукционная варочная панель. Посмотрите, ребята, это просто счастье готовить. Настолько современно все, понятно. Она отключается автоматически, если выкипает. Есть функция Sense Boil, которая быстро нагревает температуру воды, а как только начинается кипение, она сама прибирает и оставляет его на тихом огне, грубо говоря. Кипит чуть-чуть. Можно вообще уйти, не заморачиваться ни на что. Сама будет готовить картошку, и это будет безопасно. Но! Не работает, единственное, с молоком. Все! Знаешь, уходим. Почему? Нет. Потому что молоко закипает раньше, чем кипение 100 градусов, да, оно начинает пениться. На молоке образуется пенка. Пенка, и, да. И датчик не успевает, да, не успевает среагировать, да. Но все остальное варить, как бы, пожалуйста, Пожалуйста, все можно варить. Яйца, картошка, там оливье сварили, да, пошли к другу, да, сварили у него оливье, вернулись обратно, а у тебя все варится. Мы всегда варим оливье, конечно. Ты что, мы все любим варить оливье. А, кстати, я оливье запекаю. Слушай, хватит уже, а? Да. Рис ты запекаешь, оливье тоже? А ты попробуй. Он намного круче запеченный, если запечь... Например, я делаю с курицей оливье, да? Запечь курицу, запечь картошку, запечь морковку в духовке, в фольге. Он будет намного круче и вкуснее, и плотнее эти будут кубики, нежели если ты сваришь его в воде. 100%. Смотрите, ничего себе, круто! Наталья писала фокусники, а Людмила добавила цыганские фокусники, а? Ай-на-на-на-на-на-на, вчера масленица была, какая масленица без цыган! Оп! Ребят, ну круто. Так, ты что дальше делаешь? Авокадо тонко-тонко нарезал. Тонко-тонко нарезал. Оп. И поливаем, соответственно, лаймом. Авокадо любит лайм, лайм любит авокадо. Серьезно? Да, да. О, как интересно. Серьезно. Именно лайм, не лимон. Если есть лимон, то вообще вопросов нет. Просто у меня был лайм, когда есть выбор, естественно, да, мы можем выбирать. Понятно. Когда нет выбора... Тем более лежит рядом лимон, а ты заливаешь, что лимона нет. Ну, вопросов нет, Олег. Ну, как бы, что, ты повар, да, делай, что хочешь. Хорошо, полили. Значит, лайм любит авокадо. Это интриги у нас. Лайм любит авокадо. Так, ты отдельную тарелку берешь? Ну, я просто хотел... Красиво это сделать. Я думаю, к этому времени круассан уже остыл. Да, прекрасно, он остыл. Скажи, а надо выпечка, чтобы немножко остыла все-таки? Да, некоторые, знаешь, любят прям горячее. Обязательно выпечка должна остыть, хотя бы просто потому, чтобы ты ее смог хорошо порезать. Как бы, если она не остынет, да, то, соответственно, у тебя будет клёклое тесто, да, еще влага еще не успеет выйти. Да. Из, ну, неважно, из чего это, хлеб или круассан или что-то еще, как бы, да, поэтому обязательно остыть. Хлебу так вообще надо минут 40, а то и час остывать, чтобы вот он... Чтобы клёклого теста не было. Именно. Как клёклое тесто надо. Берем нож с пилкой, да, чтобы прорезать круассан. Да, чтобы аккуратно. Обычно ножом не получится, поэтому... Наконец-то и нож с пилкой понадобился, а то обычно у всех лежит, знаешь, и ну, потом... Называется нож для хлеба. Нож для хлеба, да. Классный эфир. Ну, ребята, отожгли. При запекании меньше витаминов выходит из овощей, кто-то говорит. Хочешь, еще дам один? А, смотри как. Четенько. Слушайте, просто живое тесто. Четенько. Все пропеклось, все идеально. Вот это да, ребята. Хрустящая корочка внутри. Офигенно. Вот эта функция пара все-таки сделала, да? Ну, по большей части, скажи. Вот она дала вот это начало. Exactly. Exactly. Да. Безусловно, сказал он. Александр говорит, обмазывать выпечку нужно. Не всю. Не всю, Саша, понял? Саша, не всю. Я-то от тебя защищаю, ну, полностью профессионально. Не да. всю. Например, опять же, я вернусь к хлебу, я просто очень много пеку хлеба на закваске. Сейчас очень популярные закваски, которые бездрожжевой хлеб, но именно на закваске. У меня там только мука, соль, закваска, вода. Больше нет ничего. Ничем не обмазываю, абсолютно ничем. Только пар в духовке мне дают глянец на этом хлебе и объем. А, ну, слушай, еще и глянец везен. Ну, кстати, да. Да, кстати, да. Да, да. Вот он, как раз вот этот самый глянец. Угу. Слушай, а скоро же, ну, правда, пост начался только, но все равно он закончится-то Пасхой. Да. Куличи, наверное, да? Обязательно. Скажи, вот функция пара, или все-таки куличи, лучше в куличи не делать пар? Почему? Очень будет круто, да. Особенно если мы делаем не дрожжевой кулич, да, а бездрожжевой, когда нужен, опять же, нужен горячий пар, чтобы поднять тесто. Бездрожжевой кулич делается там с творогом, с разрыхлителем, который поднимает тесто. И ему, я считаю, что необходим пар, тогда кулич прямо пойдет вверх и будет такой же пышный. Круто. Это ваш момент. Так. Огонь. Второй круассан. Угу. Так, ну что, ну, можно начинать потихонечку сервировать, да, я думаю? Давай, да. Тебя начали это самое стебать по поводу... Все говорят, что он не сыр таким ножом режет. Ну, многие. Друзья, это нож для хлеба. Это хлебный нож, друзья. Это хлебный нож. Конечно, можем и порезать и сыр, и мясо, но это хлебный нож. Хорошо, хорошо. Это хлебный нож. Чуть-чуть поставим просто на... На горячую... Просто подогреем как-то, да? Да, да, чуть-чуть подогреем, чтобы он... Пожиже стал. Угу. Так, короче, не злите мне шефа, когда он с ножом. Идеальный.
Напоминаем, здесь белок, здесь растопленное масло, здесь сок лимона. Сок лимона. И дижонская горчица. Дижонская горчица. Но это по желанию. Да. Я очень люблю черный перец, везде его сыплю. Жена меня, конечно, за это ругает постоянно. Вот. Но мы тебя ругать не будем. Да, но без черного перца этот соус, да, не соус. Я согласен. На мой взгляд. Все равно буду сырым резать. Прям слюна скопилась, пока смотрю. Да, глотайте. Все это дома можно сделать. Ребят, представляете, если есть современная классная техника, любые продукты, которые раньше, может быть, пугали, да, они наоборот сейчас вдохновляют. Потому что ты нажал буквально одну кнопочку на духовке, функция пара заработала, и выпечка получается просто какого-то нереально другого уровня. Ну, помимо, да, уже, наверное, мяса, всего остального, которое можно готовить без пара, просто сама духовка, там же 3D-конвекция воздуха, там все на топ. Я бы сказал бы, M-образное движение воздуха. M-образное, да, потому что у тебя идет поток воздуха, он соответственно, упирается в стеклянную дверку и расходится. Угу. Вот называется M-образное движение воздуха. Угу. Да. Оливковое масло. Оливковое масло. Чуть-чуть сдобрим наш салатный микс. Еще раз повторюсь, что это может быть руккола, может быть отдельно руккола, mm-hmm. отдельно шпинат, отдельно мангольд, или все вместе взято, или та зелень, которую просто вы любите. Mm-hmm. Окей? Так, перец One Love тебе тоже говорят. Для стиральных машин будете делать обзор? Саш, ну, не знаю точно, но давайте попросим Электролюкс сделать еще и стиральные машины. Без проблем. Так. Слушай, по поводу, ты пока украшаешь, по поводу щупа не поговорили. В духовке, на самом деле, тоже интересно. Что это вообще? Сейчас я посмотрю. Для чего он, что, как? Я, к сожалению, его с собой не взял. Ну, в принципе. Да, но в этой духовке идет он в комплекте. Термощуп, друзья, позволяет приготовить сочный кусок мяса, довести его до заданной температуры. Вот наверняка многие из вас были в стейкхаусах, в ресторанах, ну, где да. готовить мясо. Наверняка официант спрашивал или говорил, что, ребята, какой вы хотите прожарки. Да. Ре, медиум ре, там, и так далее, и тому подобное. Вот эту прожарку можно сделать и дома. Можно сделать сочный ростбиф с грамотной прожаркой. Нужно просто знать температуры приготовления. Угу. Вот и все. И щуп нам помогает довести этот кусок мяса, чтобы он был не пересушенный, а именно с розовым соком. Да? Вот именно такой, как в ресторане. То есть ты просто втыкаешь кусок мяса? Да, задаешь температуру, и все, mm-hmm. у тебя как бы... Когда mm-hmm. температура достигнет заданной, mm-hmm. печка автоматически выключится и сдаст сигнал. Да ты что, даже? Да, даже так. Круто. То есть не надо каждый раз подглядывать и выпускать пар. Понимаете, все получается качественнее, все получается быстрее. Ну, с Электролюксом. Ну, что говорит? Электролюкс, это мир, это мировое... Наташа, ты пришла, у тебя слюнки нормально текут? Да, вкусно тебе, да? А мы делаем... Назови еще красиво как название, чтобы мы знали. Это круассан mm-hmm. с яйцом пашот и голландским соусом. Который можете приготовить просто на бранч, или если есть время, можно, конечно, приготовить с утра. Конечно. Курица-гриль, Александр Ремаков спрашивает. Что курица-гриль? С термощупом? Да, но если сделать куриную грудку с термощупом, друзья, вот самый простой рецепт, соль, перец, масло замариновали, обжарили на сковородке просто для того, чтобы запечатать и сохранить корочку. Духовку ставите 140 градусов, угу. на щупе выбираете температуру 72-76. Просто как бы, вообще, по идее, куриную грудку мы должны доводить до высокой степени готовности. Но в данном случае, как бы до 76 доведете, она останется сочная, а куриную грудку всегда пересушивают. Потому что не угадывают. Вот всегда пересушивают духовку. Согласен. Да, не угадывают температуру. Так, ну что, готовим. Время у нас стремительно заканчивается, друзья мои. Напоминаю, что все, о чем мы говорим сегодня, здесь есть 12 товаров. Электролюкс сегодня дает еще скидку дополнительную. Но мне кажется, да, это просто нужно иметь. Это суперсовременная техника с последними тенденциями. Варочные панели просто огонь, индукционные очень крутые. Купите, десятки лет будете пользоваться, просто наслаждаться этим. Ну а как минимум, кто сейчас пока не решил еще... Просто знайте, да, о современных тенденциях, о современных новинках, о том, что будет помогать вам каждый день. С Electrolux реально жизнь становится проще, все продумано, да, а SenseBoil автоматически докипает температуру, потом она сразу сама уменьшается, поддерживает минимальную температуру, автоматическое отключение, защита от детей, несколько сенсорного управления и выставления точной температуры. Духовка это вообще топ тоже, там все туда понапихали, классно, еще функцию пары сделали. Короче, огонь. Классно. Олег, это было круто. Спасибо большое. Олег Туркин, он бренд-шеф компании Electrolux. Я еще не ухожу. Ты не уходишь, да? Ну, что поделать. Да, однако же ты готовишь что-то вкусное, понимаешь? А значит, все это творение скоро будет съедено нами. Съедено. Сейчас редисочку напоминаем, да, что мы положили в холодную воду, как рекомендовал Олег. Я напомню, зачем, как я правильно услышал. Ну, она становится более хрустящей. Да, такой, да, более сочной, да? более хрустящей. Отлично. Вновь перец. One love. Хорошо, жена one не смотрит love, сейчас. Да, one love перец, да. One love. Так, берем теперь пашотик. Идеальный.
Берем идеальный пашотик. Он, Олег выбрал третий пашот. Опять 3 минуты. 3, ну или 4 минуты, если лицо побольше. Да. В воду добавляем винный соус, немножко соли. Винный и... уксус. Винный, в смысле, винный уксус. Винный, да. Уксус. Теперь берем тот самый голландский соус. Желтки, горчица, лимон. Вот сейчас и... он, вот видите, он сейчас у нас уже стал уже более, более густым. Поэтому можем прямо капелюшечку водички слить. Вода из редиски, она самая лучшая. И придает пикантность. Придает пикантности, да. Так, берем ложку. Ой, вы посмотрите, вот это бранч, ребят. А главное, на самом деле, это ведь не так сложно. Это реально не так сложно. Это вообще просто, друзья. Саш, как выбрать говядину для стейка или для этой духовки? Для стейка или для этой духовки? Без разницы. Слушай, дружище, не успеем уже ответить на вопрос. Время стремительно заканчивается, да? Так, и последний штрих, прямо совсем чуть-чуть. Немножко ростков редиски. Какая красота. Чтобы было максимально. Сейчас все попробуем. Чтобы было максимально вкусно. Второй частью можно не накрывать, да, можно накрыть именно в тот момент, когда мы будем есть. Ну ты посмотри, вот так вот все? Да. Смотри, какая красота. Ребята, наши круассаны готовы. Сегодня вместе с Electrolux разбирались в современных технологиях. Да, Олег нам в этом помогал. Бренд-шеф компании Electrolux. Это было правда круто. Electrolux это топ. В прошлом или позапрошлом году отметил столетие. Это мировой бренд, который должен быть на каждой кухне, чтобы дома в спокойной атмосфере вы готовили, как в ресторане. Олег, тебе все понравилось? Да, как с языка снял. Спасибо тебе большое. Будь здоров, ребята. Приятного аппетита. Через 10 минут увидимся. Будем завершать понедельничные дни. День наших замечательных стримов. Все, пока. Всем пока-пока.